Всем привет! Как думаете? Значит, в детском мире недавно был типа а-ля какой-то розыгрыш, где за сумму 1500 в чеке, за каждую сумму 1500 начислялась конфетка. И ты их вроде как копишь, они увеличивают шанс на выигрыш. У меня было, не помню сколько конфеток, но написано, что у меня шанс выигрыша больше, чем у 89% людей. И там главный приз 50 тысяч бонусов. Все, это я запоминаюсь, это просто я в декрете сижу уже год. Да, год. Главный выигрыш 50 тысяч бонусов. Их можно, я посмотрела, списать до 99% покупки. Сумма покупки. И как думаете, выиграю ли я эти 50 тысяч бонусов? Мне бы, конечно, очень хотелось, потому что мы как раз хотим обновить коляску ребенку. Там я уже присмотрела коляску. Мы бы хотели еще на день рождения, у нее 25 января день рождения, подарить машину, в которую ребенок садится, и сначала родители управляют пультом, потом ребенок сам может, когда вырастет. Вот. Интересно, как вы думаете, выиграю я или нет? Пишите в комментариях, мне очень интересно, сколько будет думать, что я выиграю, а сколько будет думать, что нет. Но, не знаю. Итоги розыгрыша 1 декабря. 2 декабря у меня день рождения. Может быть, это будет как подарок мне. Это было бы очень классно.